В день города Буя 13 августа мастера-резчики, принимавшие участие в третьем по счету открытом городском конкурсе деревянных скульптур «Дарим сказку», заканчивали свои работы, делали последние штрихи. Тема конкурса в этом году – «Защитники русской земли». Она была полностью раскрыта участниками. Каждый приехал со своей задумкой. Команда Сериковых, например, отец и сын по гороскопу – оба стрельцы, поэтому знали, что выпиливать из дерева будут фигуру стрельца. По мнению участников, на такую работу 3 дней мало – хочется выточить все детали образа досконально, но на то они и мастера своего дела. Даже за такой короткий срок сумели раскрыть свой талант. Что я хотел, в принципе, я еще не смог реализовать так, как по техническим причинам. Пила немножко у меня подвела, ну, то, что смог. Прекрасно. Как оцениваете остальных? Посмотрите. Вот. Очень классно. Классно все. Нынче фигуры тоже все. Ну, ребята молодые у нас, конечно. Ребята постарались, все классно у них все сделано, успели. Образы разные, и тем интересней конкурс. Сергей Саар в этом состязании резчиков принимал участие впервые. Русская женщина – хранительница семейного очага, а значит счастье и мира, спокойствие и благополучие. Она способна быть сильной. На милость таким, как она, сдаются богатыри, сраженные стрелами Амура. Так и тут один из богатырей пал к ногам возлюбленной. Ведь только любовь может одолеть русского воина, защитника Отечества. Теперь он в ее власти. Кого изобразили вы? Илью Муромца и Анастасию Микитишну. Она его уже победила и решает, что с ним делать. Она его двумя пальчиками победила и в карман положила его. Думает, если красивый, то улюблюсь и замуж выйду. Если плохой, то придушу. Что понравилось? Атмосфера понравилась, организация, общение? Все понравилось. Алексей Ласков уже не в первый раз участвует в конкурсе. В этом году он представил целую композицию из нескольких фигур. Интересная оригинальная задумка превосходно воплощена в жизнь. Работа называется «Белое и черное». Ну, день-ночь, свет, тень. Ну, я считаю, что Россия во всем права. А какие-то нам неприемлемые вещи для нашего менталитета или образа жизни, которые навязываются, мы должны к этому спокойно относиться и не реагировать, и жить, как живем, достойно. Вот эта центральная фигура, она и символизирует нашу Россию, да, с достоинством держится, несмотря на то, что вокруг нее вот такая... Тема фестиваля – защитники русской земли. Но, мне кажется, защитниками не только являются вооруженные силы. Там. Ну, мне хотелось образ монаха показать. Вот. Они тоже являются защитниками. Совершенно верно. Молятся, да, защищают. У них молитвенный покров России. Да. Хорошо. Времени нужно побольше. Но в жанре фестиваля, в принципе, нормально. Но работы все разные, вот это самое главное. Они, как бы, каждый автор чувствуется в работе. И шикарно. В этом году, ну, идеально просто. Дерево хорошее, и размеры, и вообще качество древесины очень хорошее, и отношения. Мэр ваш, без всякой лести, это мужчина. Никаких вопросов, просто все решается. Спасибо вот и Нина, и главе города. Все здорово, все. Мы довольны. Работы мастеров оценивала специальная комиссия, в составе которой буйские художники. Все фигуры переходят в дар нашему городу. И для мастеров важно, чтобы они нравились горожанам. Со скульптурами буевляне фотографировались и с удовольствием оценивали эти произведения искусства. Это надо иметь что-то, вот жилку какую-то творческую. Как. Талант. То есть, да, талант, молодцы. Из дерева и вырезать. Чем они, топором, пилами. Работа очень хорошая. Вот эти фигуры украсят или набережную, или, может быть, в детских садах. Что вы думаете об этом? Я думаю, что это для города очень хорошо. То есть наш город расцветает, становится более ухоженным, более
да, красивым, чистым. Это радует и нас, и тех, кто приезжает. А вы любите город? Люблю город. Вы можете признаться ему в любви? Город Буй, я тебя люблю. Очень красиво. Как оцениваете работу мастеров? Очень хорошо. Это на талант имеет, конечно. Большое спасибо за их труд. Очень красиво, понравилось. Любите ли вы город? Переживаете ли за него? Какие Конечно. Чувства испытываете? Конечно, в лучшую сторону. Сейчас уже он уже становится, обустраивает хорошо его и чище становится. Отлично сделано, красиво. Люди умеют пользоваться и бензопилой, и стамесками, там, и всеми инструментами, которые у нас могут это делать. Молодцы мужички. Дело свое, как говорится, знают. Всю жизнь прожил в этом городе. И до конца, как говорится, здесь я остаюсь. Не собираюсь никуда не переезжать, не уезжать. Хоть маленький городок, но мне нравится. Привык, как говорится, в нем. Уже и никуда не манит, ни в чужой. Ни в столице, ни куда. Здесь тихо и спокойно. Что пожелаете городу и всем его жителям? Жителям счастья, покоя, труда. И... Городу, наверное, процветание, да? Ну да. Да, желаю бы, чтобы дороги были еще получше, чего у нас не хватает. Но это вечная болезнь везде она. А так? А так по мере сил благоустраиваем, да? Да. Все помаленьку, как говорится, в меру сил и возможностей. Мне все очень понравилось, они все очень разные. Есть забавные, которые прям навевают впечатления о мультике и сказке, а есть серьезные, прям такие монументальные, которые хочется, глядя на которые хочется окунуться прямо в историю. Мне очень понравилось, я надеюсь, что из культуры в дальнейшем украсит ваш город. Периодически к вам приезжаю. Ну вот 2 года, наверное, я у вас не была. Ну и как вам наш город? Ну, с каждым годом все краше и краше. Очень порадовал меня фонтан ваш замечательный. Брусчаточка такая, все плечко к плечке. Ходили сегодня, стрельбовались, особенно в жаркую погоду. Замечательно смотрится. Что пожелаете нашему городу и жителям? Успехов и процветания, чтобы рос, чтобы стало таким же красивым и в то же время добрым простым городом, как и вся Костромская область. В этот же день в сквере перед городской администрацией, где мастера работали все 3 конкурсных дня, прошел и блиц-конкурс по скоростному выпиливанию фигуры на тему «Животные и птицы Костромской края». Тема и, соответственно, скульптуры посвящены году экологии в России. На работу давался всего 1 час. За это время нужно было выпилить узнаваемого зверя или птицу. Рев пил и горы опилок, разлетающихся в разные стороны, не отпугнули зрителей. Их собралось достаточно много, чтобы поддержать резчиков. Кстати, сами мастера этот конкурс по скоростному выпиливанию называют «бешеная пила». Каждый зритель мог проголосовать за любого мастера и за его скульптуру. Возле участников были поставлены специальные коробки для голосования. Зрителям выдали талончики, чтобы они могли отпустить их в любую коробку с именем мастера и таким образом отдать за него свой голос. Аплодисменты не смолкали. Они подбадривали скульпторов, которые превращали неотесанные бревна в фигуры. После окончания блиц-конкурса во время торжественной части в программе «Дня города» скульпторов пригласили на главную городскую сцену. В 3-м конкурсе приняли участие и в очередной раз подарили нашему городу сказку буевлянин Валерий Белов. Валерий Алексеевич – автор этого грозного стрельца, защитника русской земли, охраняющего родину и не дремлющего на своем посту. Команда из Парфенева в составе Руслана Капралова и Валентины Юрцевой представила сразу 3 богатырей, причем в таком изображении, в котором эти герои известны зрителю в современном, очень популярном мультипликационном фильме. Владимир Олещук из Галического района представил воина, только что одержавшего победу над врагом на поле боя. Он еще не успел снять доспехи. У его ног поверженный неприятель. Владимир и Денис Сериковы из Судиславского района – авторы защитника, который стоит на страже мира и покоя в родной стране. Скульпторы, отец и сын, выпилили не только стражника, но и грозное оружие – пушку, способное поражать неприятельские войска и крепости. Решительность и готовность со временем встать на защиту Отечества выражает герой работы Юрия Ласкова, мастера из Галического района. Пока мальчуган еще мал, но когда он подрастет, то будет достойной сменой старшим родственникам, будь то брат, отец или дед. Мальчишек тянет к оружию. Несмотря на малый возраст и рост, он уже примеряет к себе булаву и щит. Поднятый вверх меч Ильи Муромца призывает всех неусыпно охранять отчизну, идти на бой, вставать в ряды защитников. Он как бы предупреждает врага о том, что русские воины всегда настороже, и рука, держащая меч, не пощадит того, кто посмеет посягнуть на Русь и нарушить неприкосновенность ее границ. Автор работы – скульптор из Буя Сергей Цветков.
«Свет и тень» – работа Алексея Ласкова. Как уже сказал сам автор, представляет скульптурную композицию, в центре которой фигура русского монаха, возносящего молитвы за Святую Русь, призывая на помощь русским солдатам и всему русскому народу, Бога, небесных покровителей, то есть небесное воинство, чтобы здесь, на земле, одолеть супостата, посягающего на нашу страну с любым оружием. По замыслу Алексея Николаевича, высокая центральная фигура остается недосягаемой и этим разрушает все попытки темных сил, стремящихся побороть наше государство. Разбавляет мужскую компанию представительница прекрасного пола Анастасия Микитишна, ее автор Сергей Саар из Любима. Русские женщины наравне с мужчинами сильны духом и в случае необходимости без колебаний встанут на защиту Родины. Анастасия держит в руках щит, который является посвящением городу Бую в его день рождения. Всем мастерам были вручены благодарственные письма и подарки, шлифовальные машинки. Глава города Валерий Катышев поблагодарил мастеров за проделанную работу и подарок Бую. Действительно, этим ребятам надо сказать большое спасибо, потому что благодаря их скульптурам, благодаря их рукам, их уму появляются такие вещи, которые украшают наш город. Украшают город на Стрелке, будут украшать нашу набережную, потому что действительно произведение искусства. И давайте мы еще раз им скажем большое спасибо и поаплодируем. И ждем вас следующий год на таком же конкурсе. Спасибо. В рамках основного конкурса был определен победитель. Гран-при конкурса был присужден команде в составе Руслана Капралова и Валентины Юрцевой. Им же был вручен специальный приз в честь предстоящей 19 августа свадьбы. Что, так, радость, восторг, позитив, настроение хорошее, погода хорошая. Как вы считаете, вот ваш замысел вы воплотили? Воплотили, конечно. Вот. Нравится фигура, да? Очень нравится. Очень сложно было. Мы смогли пришлось, это получилось. Брату спасибо большое. Помог. Приехал, помог. Так бы без него не справились вдвоем. Он помогал мне собирать такую массу громадную. Вот. И работал, соответственно, тоже. Вот. Он с Костромы приехал специально для этого. И большое спасибо всем участникам. Сергею Викторовичу Цветкову, Алексею Белову и приезжим гостям. Скажите, как вам тут поддержка? Вашей будущей супруги. Ну, это муза моя. Я без нее ничего не могу. Вы гордитесь своим мастером? Очень. Приз зрительских симпатий заслужил Алексей Ласков за блиц-конкурс по выпиливанию на скорость фигур представителей костромской фауны. Участники сделали фото на память о незабываемых днях, плодотворно проведенных в Буе, о времени общения в кругу единомышленников и пообещали принять участие в конкурсе «Дарим сказку» в следующем году. На самом деле уровень конкурса и самого организации мероприятия гораздо вырос. Вот. Это чувствуется, во-первых, материал. Хороший, качественный, и с ним было приятно работать, и появились новые возможности в материале. Кто-то применял обжиг, кто-то применял фактуру. Именно за счет именно качества материала появились такие, ну, достаточно хорошие возможности, да. И плюс мы уверены в том, что этот материал будет стоять долго и будет радовать людей гораздо дольше, нежели какой-то там другой материал. Также уровень профессионализма мастеров из года в год, плюс появляются новые люди. Они всегда вносят свою интересную струю, и за ней надо следить, и это будет что-то новое, и всегда будет что-то интересное. Вот разноплановые, да, работы? Тема одна, а видение у всех разное, правда? Разное. Иногда даже достаточно неожиданное. У меня работа называется «Илья Муромец». Вот, олицетворение воина, который был защитником земли. Остальные работы вам понравились? Да, изумительно. Готовые фигуры образовали целую сказочную поляну, пока она располагается в центре города. Горожане могут полюбоваться на эти шедевры из дерева.